Всем привет! Есть вот такой автомобиль Volkswagen Golf 96-го двигателя, двигатель 1.8 моновпрыск. Сейчас я буду проверять здесь давление топлива, то есть давление топлива, которое поступает на форсунку. Для этого я сделал вот такой вот тройничок, сейчас вот здесь откручу и в тройничок все вставлю вот сюда, и будем смотреть. У меня взял вот такой тахометр, взял манометр до 1.6 очка, значит, давление у меня должно быть хотя бы 0.8 при работающем двигателе. Отворачиваю патрубок подачи, это патрубок подачи в моновпрыск, вот видите, стрелка. Вставляю манометр между моновпрыском и патрубком. Вот так вот я вставил в разрыв. То есть вот он, шланг идет от бензонасоса. Тройничок вставляется. В тройничок вставлен манометр, который показывает до 1.5. Ну, нам достаточно до единицы. Ну, на всякий случай 1.5. У меня такой манометр был. Многие спрашивают, а что за манометр? Да обыкновенный манометр. Даже пойдет воздушный манометр. Лишь бы показывал килограмм на сантиметр квадратный. Сейчас я скажу помощнику своему, чтобы он включил зажигание, но не заводить машину не будет. Насос должен накачать определенное давление. Включай. Вот так вот. Докрутил он до 1.1, и давление начинает падать. Видите, не держит. Хотя должно держать. Еще раз включи. Включила? Падает до 0.8 и падает. Так, хорошо. Теперь надо во время работы посмотреть, как это будет. Так, заводим автомобиль. И сразу падает давление. Выключи. Во, а сейчас стоит. Вот видите? То есть 0.9 очка. Как-то странно работает обратный клапан. То пропадает давление, то стоит. Попробуем. Вот автомобиль завелся. Давление почти 1 очко. То есть когда качает насос, машина устойчиво работает на холостом ходу. Давление 1.15. Вот так вот. 1.15 килограмм на сантиметр. Что я вам хочу сказать? Давление на этом движке отличное. 1.2. Вот то, что вначале у нас манометр сначала, вернее, не манометр, а давление сначала поднималось. Манометр показывал 1.1, 1.2. А потом резко стрелка падала. То есть стрелка, даже когда мы завели и потом машину заглушили, она должна стоять где-то в районе 0.8. А тут она падала. Ну, здесь есть обратный клапан в монопрыске. Вот видите, вот эта вот стрелка подачи, а это обратка. Вот здесь стоит обратный клапан. И этот обратный клапан должен, если давление превышает 1.2, он должен приоткрываться. Если давление ниже, чем 1.2, он, естественно, открываться не будет. Ну и тогда двигатель будет немножко работать с перебоями. Но на данный момент, разобравшись, то есть все-таки причина, что двигатель плохо заводится на холодную, не в давлении топлива. Насос тут новый. Вот. Поэтому вот такие вот дела.
давление измерено. Значит, еще раз повторюсь, при том, когда автомобиль работает, давление топлива должно составлять от 1 до 1,2. Ну, 0,8 она еще более-менее будет работать. Ниже она уже будет работать с перебоями. Если ниже, чем 0,8, то надо разбираться. Либо насос, либо регулятор давления. Вот именно вот этот вот клапан, который здесь находится. Но в данный момент все нормально. Вот таким способом я замеряю давление. Ну, давление меряется не только, вот когда врезается на моновпрыске вот так вот. Оно точно так же меряется и на обыкновенном инжекторе. Но там давление, правда, повыше, до 3 очков. Все, измеряйте давление.